Всем привет! И сегодня мы проведем обзор сумки для ноутбуков от компании Dell под названием Half Day Top Loader. Стоимость сумки составила 2500 рублей. Несмотря на то, что сумка предназначена для ноутбуков, ее можно использовать и в качестве повседневной городской сумки, для чего я ее себе и приобрел. Ну что ж, приступим к нашему обзору. Поехали! Итак, сумка поставляется в фирменной картонной коробке. Давайте ее откроем и посмотрим, что лежит внутри. Внутри мы имеем сумку в полиэтиленовом пакете. Итак, вот перед нами сумка. На сумке имеем информационные бирки. На одной из которых имеется голограмма, по всей видимости, для защиты от подделок. Внутри сумки имеется вот такой вот ремень для ношения сумки на плече. Рассмотрим сумку более подробно. Сумка выполнена из хлопчатой ткани древесно-угольного цвета с черными вставками. Материал сумки, как заявляет производитель, прочный и водостойкий. Основное отделение сумки предназначено для ноутбука диагональю до 15 дюймов. Также здесь есть вставка из неопрена для защиты ноутбука. По бокам имеем два больших кармана, предназначенных для файлов или документов. Также на внешней стороне мы имеем большой карман-органайзер на молнию. В котором мы имеем множество кармашков, предназначенных для мышки, телефона, карандашей или ручек, ежедневника или маленького планшета, карманчик с окошком для визиток, а также два больших кармана для документов. На внешней стороне также у нас имеется маленький карманчик на молнии, предназначен он для ключей, проездного билета, пропуска. На задней стороне имеется вот такой большой карман для аксессуаров. Можно положить туда очки и тому подобные вещи. Значит, материал ручек мягкий и похож на неопрен. Также из такого же материала сделано дно сумки, оно довольно толстое и мягкое, что служит защитой вашего ноутбука. Также с сумкой идет вот такой ремень, в котором имеется матерчатая вставка, которая двигается, выполнена из такого же материала, что и ручки. Также есть массивные карабины. Теперь давайте проведем замер габаритов сумки. Длина составляет приблизительно 42-43 сантиметра, высота 32 сантиметра и глубина приблизительно 8 сантиметров. Итак, теперь произведем тест на вместимость основного отделения сумки. К сожалению, 15-дюймового ноутбука под рукой не оказалось, но у меня имеется 12-дюймовый планшет в чехле-конверте. В целом это составляет приблизительно 13-14 дюймов. Посмотрим, как это выглядит внутри. Значит, он свободно туда заходит и еще остается вот приблизительно вот такое вот место. Да, можно видеть, с запасом. Теперь проведем следующий тест. Внутрь попробуем поместить большой зонт, а также 6 упаковок салфеток. Поехали!
Итак, мы поместили сюда 6 больших пачек салфеток и большой зонт. Конечно, салфетки можно немного смять, вот, но в целом приблизительно можно представить емкость внутреннего отделения данной сумки. Ну что же, при цене в 2500 рублей вы получаете настоящую брендовую сумку от компании Dell, что, согласитесь, само по себе уже круто. При скромных внешних габаритах сумка оказалась на удивление вместительной. И так как Dell производит продукцию высокого качества, то и в качестве изготовления сумки от компании Dell я более чем уверен. Тем более в сравнении с китайскими No Name. В целом сумкой я доволен. И если вам нравится такой внешний вид, то рекомендую эту сумку к покупке. Ну что же, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, всем пока!